«Факела» Иван Нагибин. Вань, ну скажите, как по вашему мнению, что сегодня не получилось у команды? Да, в принципе, я думаю, что удаление сыграло, конечно, свою роль. Мы неплохо начали. У Руслана Болова моменты были, играли довольно-таки неплохо. Ну и в конце, конечно, пенальти. Поэтому 1-0, больше ничего не могу сказать. Я думаю, пенальти, удаление. Ну, наверное, все-таки сегодня хотелось зрителям подарить праздник. Да, безусловно, хотелось. И самим закончить на победной ноте сезон, ну, не получилось. Я хочу извиниться, что не выиграли, конечно, последнюю игру. Хотели победить. Поэтому тяжело сейчас что-то сказать.